Перевод Ольги Кардаш-Горелик. В ночь дождя в Иерушалайме. Деревья гудят во дворе, будто лес шумит. Громыхают тучи, вобравшие тяжесть рек. И хранители-ангелы над моими детьми, спящими в гуле растущем дождя и дерев. Иерушалаим вокруг. Там отец был испытан Творцом, и заклание сына его на одной из гор. Жар той давней зари все еще пылает огнем, не погашен дождями, горит тот огонь до сих пор. Если Господь мне велит, как тогда повелел праотцу моему, я смогу себя превозмочь. В жаркой мольбе мое сердце и плоть в эту ночь, и хранители-ангелы над изголовьем детей. Страстное чувство это не выразить до конца. Та заря на горе Мориа до сих пор горяча. Кровь союза с Творцом горит в молитве Отца, готового к жертве с первым сиянием луча. Иерушалаим вокруг, шум Господних деревьев святых, тех, что враги вырубали во все времена, тучи, впитавшие воды речные, молнии в них, и громы с дождем, благую несущие весть от Господа мне на все времена.